Мне больше всех приглянулся крольчонок «Белое ушко». Я хочу всех крольчат. Вот последний момент, нам уже надо забирать крольчонка, а мы до сих пор не определились, мальчик, девочка. Ну и как вас теперь выбрать? Могут быть конфликты, даже вполне возможно, что они будут. Всем привет, я Элли Ди, со мной, как всегда, моя собака Джина. И сегодня у меня последний день и последний шанс выбрать крольчонка. Подписывайся на мой канал, чтобы узнать, кого я выберу, а мы начинаем. Как вы знаете, на данный момент у меня проживают 5 крольчат с их мамой. Но сегодня я должна их отвезти обратно в питомник, потому что крольчатам нужно делать прививку, и также их должен осмотреть ветеринарный врач. И после этого я смогу второй раз вернуться в питомник, и у меня будет последний шанс взглянуть на крольчат и забрать только одного. Но кого, если честно, я пока не знаю. И я не знаю, я рассчитываю только на какой-то свой внутренний голос. Крольчата жили некоторое время у меня, и у меня была уникальная возможность понаблюдать за ними все это время, понаблюдать, какие они в жизни, чтобы понять, какой характер у каждого крольчонка, ведь все они абсолютно разные, и чтобы мне это помогло определиться, кого же я выберу. Я даже устроила специальные соревнования для крольчат, такие мини-задания по результатам которых, ну, я хотела понять, кто из них самый смелый, кто более осторожный, может быть, кто самый активный. Ну, мне нужна была какая-то подробная информация об этих крольчатах, чтобы они как-то проявили себя. Если вы не смотрели видео о мини-соревнованиях для крольчат, то непременно посмотрите. Но после этого видео я поняла, что я еще больше запуталась, потому что крольчата, ну, примерно одинаковые по активности, но все-таки они чем-то отличаются друг от друга, и многие писали в комментариях под тем роликом и выдвигали в основном 3 кандидатуры крольчат. То есть из 5 крольчат зрителям понравилось в основном 3. Но мне-то нужно забрать одного крольчонка, и он должен подойти по характеру не только мне, но и Эльзе. И как это определить у маленького крольчонка, когда он еще совсем-совсем маленький? Для меня это было сложно. Когда я первый раз увидела крольчат, мне больше всех приглянулся крольчонок «Белое ушко». Мы дали крольчатам такие временные клички, чтобы их различать. Так вот, «Белое ушко» мне понравился тем, что у него самая оригинальная внешность. Вот эти вот белые напыления, вставочки такие симметричные в его окрасе, а окрас у крольчат голубой, достаточно редкий, мне показалось, что он уже чем-то выделяется. Да, впрочем-то, это так и есть. К тому же, это самый такой крупный крольчонок, возможно, он и вырастет самым крупным. Следующий, кто проявил себя, это был Лизун. Это самый, наоборот, маленький крольчонок из всего помета. И он отличался тем, что, во-первых, у него позже всех открылись глазки, и об этом тоже есть отдельное видео на канале Элли Ди Пэтс. Если не видели, тоже можете посмотреть про слепого крольчонка, как мы ему помогали открыть глазки. А еще Лизун отличался тем, что он лизун, то есть он постоянно лизал руки. Вот достаточно было просто поднести, как он подходил и сразу начинал их лизать. Когда кролик что-то лижет, человека или другого кролика, или, возможно, какие-то предметы, это означает, что он проявляет внимание к этому, ему это нравится, и он хочет, чтобы ему в ответ делали то же самое, потому что кролики всегда вылизывают друг друга, особенно глаза и уши. Ну, то есть можно сказать, что крольчата, которые много лижут руки, это достаточно общительные кролики, которые именно тянутся к этому общению и не избегают его. Третий крольчонок, который понравился не только мне, но и моим зрителям, это крольчонок, которого мы назвали Пятнышко. Он, в общем, окрас у него голубой, но на голове у него есть маленькое, еле различимое какое-то пятнышко оттенком посветлее, может быть, на полтона посветлее. Очень сложно сказать, но реально это пятнышко есть, и выделяется этот крольчонок тоже среди остальных. Так вот, этот крольчонок был одним из тех, кто первый осваивал какие-то препятствия, типа запрыгнуть на домик, проявить внимание, а когда он понял, что у меня есть лакомство, он просто постоянно лез ко мне, и что самое главное, он тоже лизал руки. Я думаю, именно поэтому он тоже запомнился многим зрителям. И я даже думала, что в какой-то степени они с Лизуном научились этому друг от друга. Они зачастую вдвоем сидели и лизали нам руки. В общем, пришло время ехать в питомник. Посмотрим, что будет. Я надеюсь, что мое сердце подскажет мне, кого же из крольчат стоит взять. Ребята, мы привезли кроликов обратно в питомник, и теперь крольчатам сегодня предстоит прививка. Кролики сейчас в переноске сидят, и крольчата, и мамочка. И самое-то главное, что сегодня вечером, после прививки, после осмотра ветеринаром, который приедет смотреть крольчат, я должна буду забрать одного из крольчат. Только кого?
я до сих пор не знаю. До сих пор. Я хочу всех крольчат. Сегодня мы, кстати, будем проверять еще дополнительно пол у крольчат, потому что их пол проверяли давно, а положено примерно в 4 недели. То есть, как бы раньше могут быть ошибки. И то, что я говорила, что тут 4 мальчика и 1 девочка, это может быть, ну, не так. Поэтому сегодня должно все подтвердиться. Я думаю, что это поможет мне принять решение. Потому что, наверное, я хочу мальчика для Эльзы. Я вновь в питомнике. И такая у меня важная миссия. Мы выбираем кролика, и это последний день и последний шанс выбрать крольчонка. Мальчик, девочка, еще раз надо белый. Подтвердить. Белое ушко, да. Это мальчик. Мальчишка, ура, мы так думали. Лизучий, вот лизучий. Так, это у нас кто? Это у нас девочка. Девочка. А, тоже то есть... Угу. Две девочки, так что если вы хотите, вы можете подумать, может быть, вам девочку. Так что думайте. Мы боимся, что Эльза с девочкой будет сложнее же, наверное. Ну, в общем-то, смотрите, тут главное, что и с мальчиком, что и с девочкой могут возникнуть проблемы. Вот последний момент, нам уже надо забирать крольчонка, а мы до сих пор не определились, кто же, и вот нам их опять всех принесли, пятерых, а они спят такие комочки. Даже не знаю, как вот теперь понять. Очень сложный выбор, потому что у нас есть Эльза, а... Эльза уже взрослая крольчиха, и, если честно, все это очень-очень-очень тяжело, ребят. Я не знаю, мне очень нравится и лизун, и белое ушко, и пятнышко, и растрепыш. Все нравятся, и дымок, все кролички, они такие хорошие, но я не знаю, какого выбрать. Да, сейчас мы точно определимся, по крайней мере, ну, мы же должны это сделать. Так же не может продолжаться вечно. Ну, что мне с вами делать, Муси? Привет. Да не боись ты меня. Он, смотри, он от меня убегает. Растрепаешь? Ну, убегает, не хочет. Не хочет, он говорит. Нет, 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 вот вы меня заставляете с вами общаться. Не очень хочу, не очень. Давай еще следующего котенка, давай. И вот они, мои дорогие. Ой, лизучая там уже лижется. Привет, лизучая. Иди сюда. Иди ко мне, лизучка. Видишь, растерялась, малыш. Растерялась. Ну, где же твоя лизучая? Это оказалась девочка. Вот этот крольчонок оказался девочкой, как и предполагалось до этого. А вот крольчонок белые ушки. Это самец. Такой достаточно, ну, крупный самец. И вот он такой, конечно, симпатичный. Из-за того, что он такой крупный, кажется, как будто бы он будет потом самый здоровый из всех. Большой такой, как бы, ну, крепкий большой кроль. Мальчик, самец. Самый крупный все-таки из этого помета крольчонок. Очень такой смышленый, симпатичный. Ну, лизучий меня не лижет сегодня. Совершенно не лижет. Кирилл. О, первый зашел туда, смотрите. Молодец. Это пятнышко, да, первый зашел в эту переносочку. Он такой очень активный кролик. Мне кажется, он будет такой достаточно норовистый. Лизни, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, он не хочет. Эй, малыши. Ну, чего вы? Ну, и как вас теперь выбрать? Вы все такие странные. Все такие сонные. Мусики, что же делать? Как же быть? Ах, сложный выбор. У кроликов такого плана могут быть конфликты, даже вполне возможно, что они будут, потому что это же не ее крольчонок. Тут как бы лотерея, что с одним, что с другим. Ну что, ребят, пора ехать. Следующий ролик уже будет о новом питомце. Это будет мальчик, поэтому предлагайте имена для него в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах. Кто последний тут остался? Кто у нас тот самый обжора? И кто это? Пятнышко. Это пятнышко? Да, вот видишь, у него.